Поэтому сейчас важно, как хозяева среагируют на эту пропущенную шайбу в середине второго периода. Хозяева пошли вперед, хозяева подключили защитника, и хозяева недолго проигрывали. Галимов! Сегодня татарский вечер в Санкт-Петербурге. Эмиль Галимов, еще один воспитанник татарстанского хоккея, счет сравнивает. И хорошая атака СКА, которая тоже закончилась добиванием, хорошим броском и добиванием. И здесь с броском, как и с броском Зернова, Бердин, Бабков справился, но вот на добивание уже не получилось. Игроки из-за болезни возвращались в строй, но понятно, что еще далеки они от оптимальных кондиций. Да, в этом отношении нынешний сезон во многом непредсказуемый, а сейчас... Непредсказуемый отскок, и просто тачдаун заносит сейчас хоккеист из СКА, снова Эмиль Галимов. Вот что тут произошло. Но Галимов сделал главное в данной ситуации. Он вытащил шайбу на пятачок, она взмыла в воздух и по спине Бабкова закатилась. Но при этом не скажешь, что Галимову повезло, он абсолютно заслужил. Ну, вызывает уважение. О, а вот это какое уважение вызывает. Галимов делает хит-трик. Шапки долой, господа. Эмиль Галимов прорвался. И вот сейчас действительно как будто попытку занес. Вот, пожалуйста. Вот и кепки прилетели. Нападающий на скорости, да, в единоборстве с защитником все-таки имеет достаточно большое преимущество. Сейчас, когда нельзя придерживать, захватывать, когда работа клюшкой уже фактически запрещена в единоборствах.